Здравствуйте. Сейчас проведем обзор стиральной машины Mountfield. Я ее загрузил. Там два полотенца и футболка лежит еще. Поэтому мы сейчас включим, поставим быструю стирку экспресс. И запустим. А, закрыть надо крышкой. Еще. Мне что очень понравилось в этой стиральной машине, что она почти не трясется, не уезжает, не съезжает. Сейчас это начнет стираться, и я вам покажу. Вот еще хочу показать, что двигатель работает тихо. У меня вода наливается намного громче, чем сам двигатель работает. И еще перед установкой не забываем открутить транспортировочные болты. Ну вот она отжимает. Как мы видим, у меня вообще ничего не шевелится. Иногда бумажки, конечно, если я ставил максимально, бумага лежала и ехала, но это не критично. У меня была другая самсунговская, та вообще вся сама ездила, а это стоит на месте. Ну вот и все. Всем спасибо.